Ну что, снова всем привет, это снова Игорь. Продолжаем осматривать 3D HD игры для персонального компьютера от компании Alavor Entertainment. Смотрим, сколько здесь уровней. Уровней много. Ой, перед нами появляется, собственно, Арканоид. О, опять все по стандарту. Так, сейчас будем управление смотреть. Мир номер один. О, футбольный мячик. Будем футбол сейчас играть. О! Камера продвинулась. Наконец-то ничего не ограничивает. То, чего я так долго ждал. Вот единственное отличие этой игры. Сразу могу сказать. О, мир такой тоже. Но, к сожалению, нету подъезжать, чтобы подъехать, уехать. Сейчас плюс-минус попробую нажать, но нет. Зато ничего не ограничивает. Наконец-то полноценный 3D мир. Вот еще бы вверх вниз делать. Не делается, ну да, до середины опять. Как в игре Neverwinter Nights 1, ДНДР по игре. До плоскости. Да, в принципе, и не надо вниз. Но радует то, что наконец-то полностью камера вращается. То есть на все 180 градусов. 360 градусов. Нет, на 180 получается. А нет, 180 и плюс тут 45-90. Ну, в общем, практически полноценная 3D игра. Ну что же, начнем. Вот такой ракурс выберем, самый удобный. Как я и говорил в предыдущих обзорах, насколько это мне игра дотянет, сколько в ней продержусь. А ведь, блин. А, вот так можно делать. Или вот хоть вот так вот делать. Потому что не видно края, это плохо, кто мяч будет. А вот как раз отъехать хотя бы чуть-чуть. Где пауза? Пауза есть, отлично. Ой, что, я спас? О, у меня же пулемет. А, ну в принципе можно вот так вот сделать, чтобы тот край видеть. Вот так, вот, все видно. Так оно подходит. А кстати, можно вот так вот. О, можно так. Ну так вообще неудобно это получается. Точно так наоборот получается. Ой! Не, я так не могу. Только последняя жизнь осталась. Хотя бы один уровень пройти. Ой! Нет! Последняя жизнь, все. Что-то я совсем разучился делать. Ой! А что тут? Он отпружинивает? А, так это футбольный мяч, надо вот на этом. Тут что там на это играть? Что-то футбольный мяч, он отпружинивает очень сильно от стен и от препятствий. Необычный мяч. Шар, мышка. О, фига. Точно их мышка. Ну это для вес детей больше. Так вот. Так, это что, увеличение, по-моему, зеленое. Надо брать. Красное не рекомендуется брать. Мне бы жизнь выбить. Вот это что? Запрещающий знак. Я брать его вообще не буду. Какой бой в 3D есть или да есть, если что, только я не хочу им заниматься, я пока арканоидом занимаюсь. Буду только одной серии заниматься арканоидом. 3D, не просто арканоидом заниматься, а 3D слоны какие-то. 3D, а из арканоидов в основном от одной фирмы, а вот картина. Что делает очень интересно. Мышка, я не понимаю, в чем ее смысл. Интересно, как отъехать? Можно ли отъехать? Кто-то знает, кто-то играл. Если
всех надо перетыкать. О, ППС даже есть, я подрезаю. ППС, ППС, типы, ТПС. Раньше умели это делать. Ну что это я подобрал? Направление мышки, куда она идет. А, подвинитель. Вот она что? Я теперь могу... Не знаю, для чего делать. Ну все на этом. Чайки, кстати, он летает и там, и там. Полюбуйтесь на пейзаж, не хватает солнца, солнце где? Эти, кто они, стоят на островках. Пляжные домики, как их называть, пункты или там? Нет, какая-то пункта, не пункта, а как? Пляжные. Это что, волна какая-то? Что за волна? Я, может, что-то не вижу, может, какая-то кнопочка есть. Я не знаю. Сейчас быстро пойдем. Давайте еще один, что тут до бородита осталось. Еще один посмотрим, что будет за уровень. Все. Интересно всегда. Есть интерес, что будет дальше. Только ради этого держишься. Что всегда с надеждой, что там будет еще интереснее. Вот так вот игры делаются, скрывает, что там будет еще интереснее. Ну, что поддерживает в играх интерес. А что будет дальше? Что там написано? О, кривая, я еще успел прочитать. А вон справа рисуется что-то. Ой, у меня стрельба появилась. Ой. Жизнь до последнего надо. Минут надо. О, да, энд. Можно и так протянуть, можно и так. О, хорошо, что я дошел до этого. Люблю снежные уровни. Ну-ка, посмотрим все. Я не хочу разрушать этот, ну, снежный мир, но посмотреть стоит. А что жизни не прибавило? Я туда хотел. Продолжим? Да, продолжим. Ну и? Не понял. А чё? Продолжим было и всё на этом. А, во, снежный мир. Вот дальше. Нифига так-то. Нормально играла Ворот. От Алавора, это Нео Балнера называется. Ладно уж, я обычно не говорю, чтобы люди сами читали, выискивали. Не люблю говорить название игр, даже не подписываю, чтобы был интерес какой-то. Я вот такой, да, человек. Чтобы был у людей интерес, чтобы спросили, например. Или, ну, не всегда все равно отвечу. Или я всегда в основном прячу название игры под видео. В основном еще из-за нарушения, чтобы авторских прав не было нарушения, то некоторые лепят и лепят. Игры там все напишешь, название сразу будет туда внимание привлечет, разработчик скажет, а нам нельзя, мы не разрешали вам выписать. Ну такой мало, всякие же есть, и компании всякие игры. Поэтому я предпочитаю по-своему дело написать. А что это, невидимость? Это призрак? Какой еще призрак? Я так не хочу. Ну ладно, все, дошел до своего любимого. О, музыка хорошо разыгралась. Я разыгрался, кстати. На этом уровне я, пожалуй, заканчиваю. Мишку сейчас. Да это же Сибирь. Россия сейчас. Российская Федерация сейчас Мишку подойдет. Как бомбу дальше. Нет, смотрите, идет ему хоть бы что. А, он препятствие взял.